На подготовку города к работе в осенне-зимний период затрачено более 200 миллионов рублей. Все инфраструктурные объекты жизнеобеспечения готовы. О том, что было сделано, в следующем сюжете. Готовиться к зиме коммунальщики, как в известной поговорке, начинают заранее. Ремонт в центральной котельной филиал «Ямал-Коммунэнерго» начал еще в феврале, а после приступил к реконструкции сетей тепловодоснабжения. Ветхих аварийных сетей в городе еще достаточно много, и та инвестиционная программа, которая сейчас реализуется, она у нас сформирована до 2020 года. Есть определенные критерии, к которым мы стремимся по завершению реализации этих мероприятий. Основной критерий – это снижение процента потерь теплоносителя, тепловой энергии. За лето коммунальщики заменили более 7 километров сетей тепловодоснабжения. Готовились к зиме и управляющие компании. Утепление межпанельных швов, ремонт и утепление межпанельных швов. Это и работы по закрытию цокольных помещений, это и утепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем, это обязательная промывка сетей теплоснабжения в летний период. Один из источников финансирования работ при подготовке к зиме – это платежи населения. Но жители города сегодня задолжали более 180 миллионов рублей. Но процент оплаты растет. Если сравнить процент оплаты от начислений с 2016 годом, в сентябре месяце процент оплаты в 2016 году составлял 94%. Сейчас у нас процент оплаты в сентябре месяце 2017 года 110%, то есть процент оплаты немного вырос. Ресурсоснабжающие и управляющие компании полноценно провели весь комплекс работ по подготовке систем жизнеобеспечения. Город получил паспорт готовности к зиме одним из первых на Ямале. Эрнест Башин, Владислав Дроботов, Новости Муравленко.